Так, пацанятки, сегодня маленький такой микроскопический видосик будет. Степка, Степка, посмотри сюда, люди смотрят. Степка, британец. Ладно. Короче, что здесь, почем вся система, вообще вот этот кардобалет весь, я вот здесь наколхозил. Ситуация, да, мне надо играть на улице, делать хлеб. Соответственно, купил себе такой крутой Panasonic, да, потом. Про него будет обзорчик. Значит, у нас здесь двухполосная система, видите, да, что в колонке идет, то есть... Это сабвуфер отдельно, высокий отдельно. То есть двухполосная система BiAmp называется. И как подключить эту систему? То есть вот для вас как бы идеальный вариантик, да? То есть у нас есть вот такой автоусилитель, который четырехканальный. И я здесь все правильно подключил, все здесь левый, правый, здесь, чтобы было все правильно, то есть здесь все по каналам. Подключил все, здесь видите, что у нас блок питания от компьютера. Здесь взял 6 плюсов, 6 минусов, все запаял, все вместе засунул в него, значит. Здесь дальше, мордяло спит, все хорошо. Здесь дальше что у нас? Здесь то, что 5 минут назад я снимал видос, да, замутил мой чудо-кабель, который вот идет с одной стереопары на две стереопары. Тут еще немножко колхоза с прошлого года. Это мой, так сказать, универсальный кабель. Здесь у него, так сказать, идут одни длинные тюльпаны. Здесь на конце есть мама-тюльпан, здесь, короче, есть такой 6 мм. Здесь есть такой, короче, здесь есть... Обычный папка 3,5 мм. Все здесь колхоз на колхозе. Значит, здесь в чем вся куматрия? Здесь это очень крутой усилитель. Как бы это один усилитель стерео. Это второй усилитель стерео. То есть, да, здесь у нас две стереопары, всего 4 канала. Здесь крутые настройки есть. То есть, первое, да, значит, LPF. Наш первое L это низкие частоты, то есть low. И здесь у нас уровень. То есть вот это вот как будто для сабвуфера. Все, подключил сюда буфер. Здесь даже кнопка есть Bass Boost. Сейчас я его выключу. Короче, я здесь все поднастроил. Самое главное, что вот эти колонки, у них высокие 60 ватт, а низы 140 ватт. И здесь у нас 4 канала по 75 ватт. Я взял просто... Значит, здесь где высокие, здесь вот это вот левел, вот это уровень. Я поставил где-то на серединку, чуть больше серединки. То есть это грубо там будет где-то 50-60 ватт, как бы это не важно. А здесь все на максимум. Здесь все запаял, знаете, да, ремоут кабель, который плюс идет, чтобы усилитель включился. И два жирных, плюс-минус. Все это у нас дело запаяно. Здесь звуковуха Focusrite, чтобы более интеллигентно было. И здесь у нас наушники. Как бы можно давать звучок. То есть как поет, да? Сейчас я... Сейчас я включу супербас на усилителе. Слышите, какой стал звук бешеный. Как видите, все поет идеально. Даже Барсику понравилось. Барсику понравилось. Короче, вот такой вот колхозик. Но здесь, что самое главное, еще что я не сказал. Что этот усилитель очень крутой и очень умный. Здесь есть такая чудо-кнопка. Называется мод, то есть режим. И здесь можно переключаться. Видишь, сейчас... А, я конь. Здесь надо было поставить на 4 канала. Здесь можно ставить на 4 канала, 3 канала и 2 канала, то есть его режим. И по факту я здесь что бы мог сделать? Могу здесь поставить его на 3 канала. И здесь что у нас получится? 2 по 75 и 1 150. И вот этот сабвуфер, который у нас Альпина, да? То есть можно его подколхозить. И на этих колонках зацепить только высокие частоты. Там я успешный, потом посмотрите, короче. Значит, и будет система, как в компьютере, у тебя 2 и 1. То есть можно подключить два высоких, только высокие частоты. Их не сабвуферы вообще оставить. Их, правильно, не учи меня. И, соответственно, этот буфер подключить, то есть будет 1 150 и 2 по 75, потому что у него 4 по 75 канала. То есть можно так подключить. Здесь вариантов есть много. Здесь, видишь, можно взять с двух
Одну стереопару моно, это будет 150, и второй тоже 150. То есть тут варианты можно подключать как хочешь, как бы. Тут даже что я затупил, да, вам показываю, но здесь вот эта кнопка. То есть сейчас у нас вот здесь 4 канала раздельных. Сейчас еще раз посмотрим, как поет. Сейчас включим бас. То есть, как видите, звук вот такой, да? Короче, как-то так. Все, надо искать один аккумулятор какой-нибудь гелевый на 20 ампер хотя бы. И еще пару каких-то других вещей. Короче, вот так вы можете выходить на природу, на шашлычок, куда хотите, и вот такую вот тему делать. Просто здесь в чем вообще весь вопрос? В чем весь вопрос? В том, что вот эта большая голова, да, она тебе не нужна, много места занимает. И, но у тебя колонки такие, да, вот как здесь, то есть двухполосные. Это модель 28, есть 48, у нее вообще 3 канала раздельно. Там будет еще сложнее. Здесь только, значит, 2 канала раздельно. 4-канальный усилитель, то есть вам решает вопрос. Потому что ты можешь взять технику, знаете, есть такие 4 блочные системы. Там они тоже есть двухполосные. Там можно взять только усилитель, но желательно взять еще одну половинку, которая саунд-процессор, которая все регулирует. Такой вариант, как бы. А так, самое легкое и просто, это вот такой вот усилок, как бы. По-умному можно было бы взять 2 маленьких стереомикшера, и в одном убирать высокие, и во втором убирать, оставить только низкие. То есть так все раздельно вместе, все потом подключить, все. Но этот усилитель, то есть у него самого есть микшер. То есть это просто супер вещь, я об этом много думал. И тут получается 2 отдельных усилителя, 2 отдельных микшера. То есть ты все можешь регулировать, сам себе царь. То есть примерно вот такой усилитель любой можно находить. И можно подключать такие колонки. Короче, все. Подписочка, лайкосик, комментарии пишите, все дела. Все будет нормально, вот как у британцев у вас будет все хорошо. Степка, Степка, посмотри сюда, Борька, Борька, Борька. Посмотри, люди смотрят, братишка. Что-то не в настроении что-то. Все, пишите лайки, комментарии, все будет четко.